Всем привет! Ой, как хорошо я намылась. Прихожу в чувство, привожу себя в порядок. Да. Мне кажется, мне сейчас намного лучше стало. Сушу волосы естественным путем. Уже давно феном не пользуюсь. Где-то тут моя челка была. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Говорите, Лена, давай выздоравливай быстрее. С вашей помощью я уже практически встала на ноги. Вчера это что-то было и с чем-то. Спасибо одному человечку. Напротив у нас в магните есть киоски, и там девушка, женщина работает. Она увидела, что я такая вообще сижу никакая на кассе. Купила тирафлю в пакетиках, тирафлю, по-моему. Вот, сделала мне из своей кружки, как навела чаем, я выпила. Но правда, еще на ночь парацетамол я выпила, и все. Я считаю, что как бы мне лучше стало. Я говорю, ты мне скажи номер телефона, я тебе переведу на карту. Он давно работает, Люба, Люба и звать. Она, нет, ты чего, нет, нет, нет. Ну, я отблагодарю этого человека, конечно. Вот. Как мне хреново было вчера на кассе, и у меня то в жар, то в холод, то еще что-то. Вообще сидела никакая. Фу. Еще немножко с администраторами промсила. Ну, такой был маленький конфликт. Вот. У нас сегодня дождь был. Она влог это из ванной. Сидела весь день, ну как сказать там, ну занималась своими делами, там все такое. Видео смотрела многих, такая заряжалась энергией. Вот. Чай пила много, овощей ела, салатов, ну такое вот. То мне, допустим, вчера особо кушать не хотелось днем. На работе, вот. А, ну вот я вчера пришла, поела. Кстати, этот ролик загрузила поздно, когда еще за столом ела. Паша меня накормил. Я его загрузила поздно, потому что я уснула за столом. Просто вырубилась вот так. Просто вырубилась. И потом у меня шея болела в таком состоянии. Но ничего, потом чувство пришло в себе. Фу, еще утром такая встала никакая. До 2 часов дня валялась на кровати. Вот. Значит, завтра у нас по плану. Сейчас пойдем. Это такой хомут. Как всегда, страшная, не накрашенная, но пофиг. Тут, значит, хочу привести в порядок свои цветы, сделать им подкормку. У меня даже сегодня было желание помыть окна. Ну, как не окна, подоконники. Потом открывала створку, там тоже все протирала с окном. Все цветы прям захотелось прополоскать, промыть их. Такой, знаете, привожу себя в чувство к жизни, хоть вот такое вот прям желание. Сейчас еще с подоконника зала цветы принесу, тоже орхидеи, и подкормка им будет там, ну, такая смесь черная, вот, но она как натуральная, ее разводишь и поливаешь, и мне кажется, они от нее прям хорошо чувствуют себя, и растут, и корни
нарастают и даже цветонос опускают. Но я так думаю, по крайней мере, она так действует. Сейчас таким способом будут высыхать мои волосы. Потом их, как всегда, назад, чтобы не мешали. Они сейчас уже мешают. Так, вот все мое богатство. Сейчас буду реанимировать их. Протирать листья. Вот такая подкормка. 100% натуральное удобрение. Я буду как раз с вами разговаривать, рассказывать и заниматься таким релаксирующим действием, занятием. Я их насытила вот этим чудо-средством, налила, сейчас они пропитываются, напитываются, и этим же средством, ну, в ковшике вот это я средство развела, протирая листья. На завтра у нас план таков. Сегодня с Настей созвонились, и она предложила завтра поехать на дачу, но не с ночевкой. Ну, честно, с ночевкой я не хочу. Вот. Она говорит, у вас там зелени много. Выросла ее. Укроп огромный уже. Вот. Она говорит, не хотите ли собрать свой урожай? Я сначала отказалась. Я говорю, Настя, что-то болеет, там все такое. Потом Пашка позвонил. Ну, говорит, ты тебя себя как чувствуешь? Вот. В принципе, если не с ночевкой. Ну, я уже к вечеру как бы нормально, все, отошла такая. Я говорю, а почему бы нет? Если на 3-4 часа сгонять, съездить, почему бы нет? В принципе, можно. Вот. И, ну, где-то, я не знаю, в час дня встретимся на вокзале. Вот. И я думаю, съездим на дачу. Она еще хочет с внучкой. Вот. У Насти стимул появился, у нее работа появилась. И она не пьет, как вы там ее пьющие такие назвали. Все. У нее работа. Я говорю, тебе нравится? Она говорит, да. И она такая воодушевленная. Ну, может быть, если удастся, завтра я поснимаю и с ней пообщаемся. Вот. Она расскажет все свои, как сказать, чувства. Ну, надеюсь, потому что после таких, как у нее на канале, комментариев и там про нее тоже, вот такая сякает, то, конечно, у нее все желание пропало вообще что-то говорить и показывать себя и рассказывать. Что сразу накидывайтесь, если вы человека не знаете. Как-то так. Ну, я тоже рада, что она на работу устроилась. Ну, не с того, что да, там она не работала. То есть она будет занята еще что-то, чем-то помимо. Когда, я вам, знаете, как считаю, когда у человека есть работа, блин, кончик корня повредила. Отломился кончик. Блин, жалко так. Когда у человека есть работа, мне кажется, это вообще здорово. У тебя есть планы какие-то, у тебя возможности есть. Я считаю это круто. Вот как-то так. Ну, тем более магазин на Илинке, недалеко от ее дома. То есть ей ездить куда-то не надо. Сначала хотела ко мне в магазин. Я говорю, да ради бога, пожалуйста, я тебе помогу, подучу. А тут вообще
в ее же районе она и нашла работу. Так что здорово, это здорово. И ты не будешь ни от кого зависим и все такое. Ну, потому что на Славке, конечно, очень большие расходы ложатся. У него семья не маленькая. И за кредит задачу платить, и за учебу Мишкину. И у Вероники много хотелок, и все такое. Как-то так. Так что посмотрим Настю. Она такая воодушевленная, рассказывает так здорово. Тут у нее практика была, а по-моему в четверг она уже 1-2 полноценно на 2-2 выходит. Потом ее, кстати, сказали на повышение. Они, знаете, что еще удивились? Директор удивилась. А спросила, сколько ей лет, она говорит, 51. Она говорит, я вообще, говорит, поражена, какая вы шустрая. А что, Настя же, она худенькая, она очень подвижная. И она быстро, ну, всю информацию впитывает и обучение. Она говорит, мы говорит, молодых-то не можем расшевелить, а тут она как-то шустро. Ну, здорово, здорово. Да, кстати, у нее на канале неправильно сделан, знаете что, комментарий не можете писать, потому что в настройках ей надо исправить, что это как не детский канал, вот, а взрослый. Ну, конечно, еще опыта-то у нее нету в этом деле, и жалко, что не можете комментарий писать. Я сегодня ничего не готовила. Я сегодня ела только огурцы, как салатом, яблоки, ну, то есть такое вот овощи. Я даже вчера еще не доела котлету с картошкой, ну, Пашка что готовил. А сегодня разогрела эти полчашки и съела. Чай пила. А чай сделала на травах, то есть, ну, на этих травах, листья смородины и листья малины с дачи, которые привозила, они уже, ну, как подсушились. Так. И очень вкусный такой ароматный чай. Пашка на сутках, наверное, говорила уже. Даже сегодня забегал на обед. Он такой, Лена, разогрей мне быстро, как его, ну, то, что он там готовил. Я сейчас приду на обед. Я говорю, окей, здорово, да? Приходишь, чтобы тебе все горяченько, уже все кушать подано. Так, тут у некоторых уже растений надо добавлять, ну, и этот грунт, потому что как-то он осел, и все получается, больше корней снаружи. Вот так вот, например. Посмотрите, видите, как что болтается растение. Какие-то корни надо пообрезать. Вот, жалко, видите, обломился. Блин, такой хороший свежий корень. Очень жалко.
Так что, ребята, слава Богу, что у меня эта болезнь недолго одолела. Я уже на поправку. Что легко еще оделась. Я говорю, благодаря Любе, она мне вчера такая смотрит, она говорит, что с тобой? Я говорю, вот простыла вообще. Она, давай тебе терафлю, пошла в аптеке, купила, стакан навела. Ой. Вот как-то так. Сегодня еще, знаете, про кого смотрела? Мото Таня. Так жалко девчонку. Вообще, такая крутая девчонка была. Байкерша. Разбилась в Турции на мотобайке. И то получилось как... Ну, я думаю, что все, наверное, знают уже. Ну, в принципе, может быть, кто-то не смотрел. С кем они там, или соревнования, или что у них там было. И рядом кто ехал тоже на мотобайке, и он как ее, как притаранил в бок, и она улетела в кювет и разбилась насмерть. Блин. Такая смелая девчонка вообще. Мото Таня. Еще два осталось. Посмотрите, сидят вот сколько и не растут. Сидят и сидят себе. Листву, корни наращивают. А цвести не хотят. Уже что только им не добавляла. Помните, и чеснок, и что-то еще. Бесполезно. Может быть, это на постоянной основе, а тут вроде как сделал и забыл. И должно быть совершиться чудо. А нет. Вот на кухне я говорю еще, вот какие-то они цветущие. Вот что тот, вот этот цветок. Ну, вот этот в спальне он дал цветонос удивительно. Он сам по себе карликовый. У него даже и листья меньше. И цветок меньше. И, кстати, вот эти карликовые даже дороже стоили, чем обычные вот эти орхидейки. Так, и последний остался у меня протереть. Тоже такая насыщенная, твердая листва. Еще знаете, что я заметила? Тоже смотрю эти вьетнамских, кто по цветам орхидеи, что неплохо они прям ведут себя. Ну, может быть, тоже цветоносы дают. Корни там наращивают, то есть такое. Вода из-под риса, когда настаиваешь, типа как рис промываешь и настаиваешь, вот эта вот рисовая вода, тоже, кстати, такой классный эффект она дает. Прям они оживают. По идее, такой маленький горшочек, это, видите, магазины, надо пересаживать.
Я вот думаю, может быть, какую-то часть раздать. Ольге отдать. Пусть у нее какие-нибудь цветут. Может, на самом деле у нее будут цвести. Мое занятие, считай, закончилось. Тоже думали, пусть еще сидит. Бедный детеныш. Один цветочек загнил, у него листочек, вернее, загнил. Ой, не знаю, что с ним будет. Вот сидит, сидит. Вот. Пот выходит, аж не могу. Но это хорошо, я прям пропотела. Прям здорово пропотела. Опа-на. Ладно, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Буду отдыхать. Все, всем пока. Всем пока, мои хорошие. Сегодня такой чисто домашний влог. Все, пока-пока.